Какой же все-таки кошелек выбрать? По денежному цвету года или же все-таки по бацам? В 2015 году денежный элемент дерева. Можно ли выбирать кошелек металлического или огненного цветов, если они полезны по бацам? Смотрите, денежный цвет, он меняется каждый год. И, в принципе, так как мы должны кошельки менять каждый год, полезно обновлять свой кошелек. Как раз ты знаешь, что в 2015 году зеленый кошелек очень принесет много денег. Но также всегда нужно смотреть еще за другими тенденциями. Например, в 2015 году, и Наташенька на астропрогнозе это всем вам рассказывала, очень неблагоприятное влияние дерева с землей и очень нужен огонь. Поэтому красный кошелек тоже допускается. Красный всегда активизатор энергии. Самое главное, с какими мыслями вы будете этот кошелек себе покупать или себе заряжать. Какими мыслями и какой энергией вы наполните данный кошелек, то он и будет вам приносить. Если вы возьмете себе золотой кошелек и будете думать, что он не полезен для года, то поверьте, он вам денег не принесет. А если вы будете знать, что это цвет, который наполняет вашу карту, это цвет, который вам вообще полезен всегда, и он вам принесет большое состояние, то, конечно же, кошелек вам принесет много денег. Самое главное — мысли. Помните, я рассказывала на первых уроках фэн-шуй, что символический фэн-шуй работает конкретно от того, что вы думаете. То есть какую мысль вы посылаете во Вселенную, какую вы энергию отправляете, смотря на данный предмет, смотря, допустим, на данную фигурку. Да, вот я смотрю на Ганеша, для меня это божественное существо, которое помогает людям, защищает и в бизнесе, и в карьере, и в процветании, и в богатстве. И мне Ганеша это и приносит. А кто-то, такие как скептики и практики, подумает, ну, не знаю, какое-то индийское существо, что оно мне может принести, непонятно. Конечно же, ничего не принесет. Поэтому здесь самое главное — ваши мысли, ваше намерение и ваши пожелания. И все у вас получится. Я вас люблю, удачи вам, процветания, изобилия, счастья и будьте благословенны.